Мы со всеми командами играем быстро и технично, поэтому не важно, Спартак это или какая другая команда. Я думаю, сегодня выйдем, зная тренера, зная, какая у них тактика на игру. Будем играть в хороший хоккей сегодня. Еще нет никакой расслабленности, у нас осталось там несколько игр до плей-оффа. Нам надо хорошо сыграть эти матчи, чтобы занять более высшую строчку в таблице. Нам главное не опуститься. Была пауза после дальневосточного выезда. Я думаю, что пока что чувствуем себя нормально, и в дальнейшем, я думаю, все будет хорошо. Останется сегодняшняя игра, две потом, пару дней передышки и три на выезде. Поэтому подойдем к ним очень хорошо. Мы вас ждем, мы чувствуем вашу поддержку. Чем больше вас, тем нам легче играть. Спасибо вам, что поддерживаете нас.